Первый в Приморском крае международный молодежный форум по финансовой грамотности «Финансовый IQ» прошел в Дальневосточном федеральном университете. Ведущие эксперты рассказали школьникам и студентам, как сохранить и приумножить личные средства. Это очень значимое событие у нас в Приморском крае, потому что это первый международный молодежный форум по финансовой грамотности. И я очень надеюсь, что не последний, потому что вопросы финансовой грамотности, финансовой культуры – это один из основных вопросов государственной политики. Ребята узнают очень много интересного. Самое главное, они получат знания, которые смогут дальше использовать в своей жизни и помочь как своим близким и людям старшего поколения. То есть это те навыки, которые будут применяться ими в жизни. Для молодежи выступили ведущие эксперты финансового сектора, Министерства финансов Приморского края, Дальневосточного главного управления Центрального банка России, Сбербанка, а также молодежные активисты и многие другие. Молодежь – это наше будущее, и если мы не дадим им знания по финансовой грамотности, то в жизнь выйдут люди, не подготовленные к вызовам взрослой жизни. Сегодня я говорила о психологии финансов, я говорила о тех ошибках, которые люди совершают, встречаясь с мошенниками или общаясь с ними, и сделала акцент на том, как наша психология и наша физиология нам могут помешать правильно воспринимать информацию и как действовать, если мы начали нервничать и ощущаем, что происходит что-то не то. И я подсказала реальные шаги, каким образом привести свое эмоциональное состояние в порядок. Это поможет ребятам не только в финансовой сфере, но и в сложных жизненных ситуациях. Для участников форума приготовили активности разного формата. Интерактивные лекции, деловые и настольные игры, тренинг и даже финансовый квест. У нас учитель по истории очень ответственный человек по поводу финансовой грамотности. У нас проходят очень часто такие уроки, и дополнительные, и на основных уроках. Поэтому учитель, который заинтересован в этом, чтобы ученики также дальше развивались в этой сфере, поэтому он привлек нас. Каждый человек должен развиваться каждый раз, что-то появляются новые технологии, поэтому финансовым человеком я могу себя назвать, но не до конца. Когда я узнал, что форум будет про экономику, я заинтересовался, потому что я изучаю медицину и не так много знаю об экономике и не очень хорош в математике. Сегодня на лекциях я послушал советы о том, как устроить нашу повседневную жизнь, решить финансовые вопросы, а также узнал советы о банках и как вести себя с деньгами. Отметим, что организаторами первого международного молодежного форума по финансовой грамотности «Финансовый IQ» выступили правительство Приморского края и Министерство финансов Приморского края. В форуме приняли участие более 300 человек, причем это не только молодежь из Приморья, но и иностранные студенты. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.